Всем привет! Сегодня маленько поболтаем о вот этом антивируснике, который хамит все, что положено и не положено ему. Как-то давно я уже с ним одни ключи хамячит, только троян. Какой троян? Это просто ключи стоят активированные. У меня каждая программа, она все с ключами идет. Это Кейн стоит у меня, генератор ключей полностью. Я говорю, кроме... Ну да, они же как бы... Windows 10, они же ключи же делают, чтобы... Покупали у них, по идее, как я помню-то это все. Но... Ну а так как у нас очень много денег нету, так что мы можем и не покупать, а просто взламывать. Так, вот берем управление настройками, ищем. Это, конечно, убираем все. Она лишняя суета, не нужна это все. Здесь удаление исключения, вот оно, самое главное. Ставите и начинаете устанавливать. Вот эту папку Data Driver, она как бы не видать ее. А чтобы ее увидеть, надо будет вот так просто сделать вид, скрытые элементы, вот она появляется. Здесь у меня этой папки нету, куда-то она скрылась. Но она у меня, по крайней мере, вот она стоит, активаторы. Все. Каждые 180 дней один каждый у меня включается и автоматически все сам делает. В принципе, там тоже настройку надо делать. Здесь берете папку, настраивайте, и вот загрузки, C там, ну, туда-сюда, видите, все сразу раскрывается. Вот так вот. Я говорю, как бы в нем ни хрена хорошего вообще нету. Ну, начал я пользоваться с одним антивирусником Касперски. Довольно, скажу я, неплохой. Уже 3 или 4 месяца с ним. Мне понравился как-то... Ну, это сколько дней я не работал. В интернете не был. Ну и как бы... Опять две проблемы. А, ну да, компьютер отключен у меня. Включаем. Это потом обновлю. Закидывать буду. Так. Вот они функции все здесь. Вот он карантин. Ну ведь, по крайней мере, в карантине ничего нету. Заколебал уже. Чистка, оптимизация. Касперский диск. Это туда облако хранения у них идет. Облачная защита, это чтобы вы скачивали где-то. Вы не думайте, что если вы программу скачиваете, это значит, вы с сайта скачете. Нет уж. Ой. Ни хрена хорошего. Здесь она включается, когда уже... все, которые есть, они все в облаке хранятся. Или в Microsoft, или в Gold, или в Яндексе. Так что... это все равно. Так, ладно, посмотрим, что у нас. Контроль программ, вот они, какие они работают, какие активности идут, в принципе. Ну где-то так примерно. Ну здесь ключи. О. Кстати, вот как бы нормальная программа, мне она нравится, довольно неплохая. Что-то мне по-английски молотит. Так, сейчас мы его берем.
при записи так музыки композирует. Вот так вот. Ну и в принципе, по крайней мере, этот антивирусник как бы это вот пишет, что где-то опасно, где-то что-то как-то. Но он, по крайней мере, пишет, что она легальная программа. Ну вот, видите, как уже хорошо обновить параметры. Пока не надо. Так, сейчас мод карантин найдем. Но ведь пока ничего нету. Здесь восстановить также можно. Управление программами. Очистка компьютера. Следов активности. Сейчас глянем. Ну ведь лишнее убирает. Далее. Это все я рассказывал. Выкладная лумпа. Ну это вот она. Как даже можно печатать без ничего. Моя сеть, соединение. Нормально, мне нравится, честно сказать. Вот лицензия, вот. Так вот, Касперские ключи. Вот они. Ну вот они. По 30 дней, если не понравилось, после 30 дней можете его полностью стереть и отключить его, да и все, в принципе. Ну я тут сам для себя подписывал, что рабочий 91 день. Там где-то на 30 дней есть подписан рабочие. Ну, как бы так вот тоже вот подписаны. Где-то еще подписан должен быть. Я уже забыл. Короче, берете вот так вот каждую. Пиум. Копируем. Вкладываем ввести код лицензии, только через интернет вставляем и активируем. Если активирует, то активирует, а если нет, то ну по крайней мере я 3 раза уже активировался, так что ничего страшного. Ну в принципе и все. Всем до свидания. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Всем пока, тем больше будете, тем лучше будет работать. До свидания, пока.